Да. Дорогие друзья, осталось буквально немного. Знаете, я всегда в конце учебного года мы делаем такое мероприятие значимое. Я стараюсь поощрить тех наших воспитанников в каждой группе наиболее лучших по сдаче теоретического зачета. Для них это на самом деле очень нелюбимая вещь, так как спортсмены, дети до 16 лет в клуб поступают. И вот, если вы видели в ролике, три раза в год я проверяю школьные дневники, а также мне они сдают зачеты. Крайний раз зачет у нас был про героев Великой Отечественной войны. Не из школьной литературы, а те обычные фамилии, которых, ну, которых в учебниках не пишут. Поэтому я по их помощниц хочу пригласить сюда. И я хотел бы наградить, соответственно, награждая, и мой воспитанник выходит. В группе 14+, основная, первое место занял Тадаев Александр. Сашенька, выходи. В группе 7-9 основная занял первое место Шевченко Максим. Где они, воспитанники мои? И в группе 5-6 лет первое место занял Лунгу Максим. В группе 14+, новички, Титаренко Александр. Проходим сюда на ринг, прямо в центр. Стесняться не нужно. В группе 10-13 лет Костюк Вероника первое место заняла. И в группе 7-9 новички Романюк Александр. Сашенька, музычку нам погромче. По центру вставайте. Так, Романюк идут. Ну, видимо, не все спортсмены пришли на наше шоу. Так, Саня, это тебе. Максим. И Саша. Так, потише, потише, потише. Так, Саня, давай просто закрепим материалы, чтобы не было. Вопрос такой. Как звали самого пожилого снайпера и сколько ему было лет во времена Великой Отечественной войны? Морозов. Ему было 85 лет. А имя, отчество? Николай Александрович. Правильно. Вот подрастающее поколение. Давайте похлопаем. Все, сопровождаем. Слово Александру.